Здравствуйте, друзья. На этом уроке рассмотрим три рудимента, которые необходимо изучить на начинающем уровне. Первый рудимент называется Single Stroke. Сейчас рассмотрим. Значит, как мы будем играть? В данном случае этот рудимент будет построен на длину всего такта. То есть раз, два, три, четыре. То есть размер 4 четверти, ноги у нас играют четверти. В данном случае правая нога левая, правая левая. Вот. Также идут руки. Руки играют пары. Раз играют пары, значит, у двух ударов может быть два варианта. Или они будут одинаковые, или один из них будет иметь акцент. В данном случае мы рассмотрим два варианта. Один вариант, где акцента не будет. То есть мы будем играть одним видом удара, ударом тап. Да? То есть... И второй вариант, мы сыграем его с акцентом, как построим фразу. Да, во втором варианте вы заметили, что первый удар мы наносим ударом down, а второй удар мы наносим ударом tap. А следующий рудимент называется double stroke. Это двойки. Также точно мы используем в ногах, мы играем четверти. В руках мы играем эти двойки. Двойки сначала сыграем ровно, а потом попробуем сыграть их с акцентом на первую долю. Два, три, четыре. Раз. Два. Ну, а и с акцентом, то есть один из ударов мы сделаем другим видом. Удара сделаем дауном. Вот таким образом мы исполнили этот рудимент. Следующий рудимент – это парадидл. Его также мы сделаем таким же способом. Парадидл тоже на всю четверть, на весь такт. Тоже сначала сыграем его ровно. Да, пара – это два одиночных удара, и дидл – это двойка. Теперь мы посмотрим, как это можно сделать с динамикой в таком режиме, в режиме вот одного такта, играя восьмыми. Мы сделаем один удар down tap, и в втором ударе тоже сделал down и tap, только одной рукой. Вот теперь смотрите. Вот такая картинка получилась. Вот, казалось бы, все, но... Я очень рекомендую попробовать все это дело сыграть наоборот. В каком плане наоборот? То есть в данном случае поддержку мы окажем руками, а эти два рудимента сыграем ногами. Также можно сделать и знак Ордани, если он есть. То есть. Или другие виды ударов. Также мы можем сыграть двойки. Тоже заряжаем. Также можно на кардане это сделать. Также можем сделать это одинаковыми ударами. Старайтесь, чтобы удары были отскакивающие. И последний парадидл тоже сыграем ногами. Также можно на кардане.
Попробуйте, потренируйте это ежедневно. Ну, чем больше, тем лучше. Большую скорость не развивайте. В данном случае она пока не нужна. Для больших скоростей у нас будут немножко другие упражнения. И мы будем рассматривать парадидлы уже не на основе восьмых, а на основе, например, шестнадцатых. Но это в следующих уроках. Попробуем применить эти рудименты. Сделаем несколько упражнений, которые как раз, где эти рудименты будут работать. Включим метроном на 80. Я рекомендую тоже начинать где-то с 50, 60 и далее увеличить до 80, как написано в этой книжке. Также мы сначала включаем базу. Входим в темп. Упражнение номер два. Упражнение номер три. Поработайте над этими упражнениями, поиграйте их, чтобы закрепить эти рудименты. Удачи!